Свыше 100 ребят приехали в наш регион из других городов. 13 команд, 5 из которых представляют Лермонтов, Дмитров, Наро-Фоминск, Курск и Белгород. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил патриотизм основной национальной идеей. Это очень правильно, потому что именно на любви к своему городу, любви к истории своего города основана любовь к своей родине. Я глубоко уверен, что это еще дальнейший путь к патриотизму, к передаче патриотизма вам, своим сверстникам. Это, наверное, такие качества, как доблесть, уважение к родине, честь и слава. И все это всероссийский следует. Я желаю вам, дорогие друзья, успехов, здоровья, и чтобы вы после этого слета продолжали вот такое доброе дело в каждый у себя в своем городе. Мне хотелось бы пожелать, чтобы вы больше узнавали о священной войне, о Великой Отечественной войне, чтобы вы больше, дольше помнили о том, что происходило в нашем государстве во время войны, и сохраняли память. Место проведения слета выбрано организаторами не случайно. Именно здесь, во время Великой Отечественной войны, находилась стоянка партизанского отряда имени Виноградова. А в Брянских лесах был развернут фактически второй фронт. Данное мероприятие направлено на развитие патриотизма, на воспитание и привитие подрастающего поколения любви. Любви к родному городу, к родному краю, к своей малой родине. Потому что, как никто, ребята будут в дальнейшем продолжать, они должны хранить и передавать нашу историю с поколения в поколение. За 5 дней ребята пройдут контрольно-туристический маршрут, поучаствуют в туристической эстафете, примут участие в конкурсах видеороликов и краеведческого ориентирования. Участников ждут и спортивные соревнования. Для меня это очень интересный новый опыт таких всероссийских мероприятий, так как до этого я участвовала только в областных слетах. Вот, мне кажется, будет очень насыщенная, интересная программа. В подобных слетах можно получить новый опыт общения с ребятами из разных областей. Вот, а также здорово провести время. Я приехала, чтобы выиграть первое место, повеселиться. Ну, как бы победа – это не главное. Просто развлекаться, познакомиться с новыми друзьями. Победителей слета наградят на торжественном закрытии во вторник, 8 сентября. Дмитрий Белов, Сергей Зюков. События, Брянский район.